30 января президент Ильхам Алиев открыл Гянджинский региональный центр «Асанхидмет номер 2». Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской республики Ульвы Мехтиев проинформировал главу государства об условиях, созданных в центре. Было сообщено, что в центре различные государственные органы, а также частные компании и учреждения будут оказывать гражданам более 320 услуг. В центре будут работать 208 сотрудников и 85 волонтеров. Число работников Асанхидмет составляет 40 человек. В основном это члены семьи шахидов, гази и волонтеры Асанхидмет.